Сегодня доброе утро, дорогие друзья. У нас задувает ветерок, мы в море пока не идем, потому что ветрено. Айвалык. Тут каждый вечер воняет каким-то не очень приятным запахом. Мы стоим в Ситур Маринс. Эта компания, чтобы вы понимали, обслуживает по Турции множество марин. По всей Турции они распределены. Ты платишь за одну марину, а в других маринах можешь стоять 14 дней. Вот. Ну и там всякие плюшки есть. Если вы только купили яхту, там 25% скидка. Если вы второй годовой контракт оформляете, то там 2% скидка, плюс еще могут быть скидки. Эти плюсы плюсуются. Если, например, вы сразу на 11 или 16 лет берете контракт, то там у вас 25% скидка идет. И так далее. В общем, вот такие вот дела. Очень удобно, понятно, что ты можешь лично прятаться на всем побережье Турции. То есть такая сеть марин. Вот, обратите внимание, как проходишь под пальмочками, у них такой шелест их зелени. Страшный такой, проходишь под пальму, и кажется, что на тебя пальма упадет. Вот эта яхточка пришла вот-вот только. Концерто Мармарис. Вот. Все заклеенные, кстати. На зимовку как будто пришла, видите? Окна заклеены. Интересно, чья она? Пока прям так пустынно стоит. Сколько мы тут не проходили, мы живем вот там вот на пирсе. У нас, кстати, соседи немцы пришли тоже на яхте. Бабушка с дедушкой, у них велосипед, все как положено, утром ремонты. Вот такая вот у нас жизнь. Здесь крышу рабочие кладут. А насчет пахнет, не рассказала вам. Первый раз вообще встречаюсь с таким в Турции, ну и вообще, наверное, по жизни. Тут каждый вечер начинает дико вонять. Вот сейчас утром я открыла окошко, и у меня запахло тухлой курицей из окна. Я закрыла быстренько. Но мы так и не можем понять, откуда этот запах идет. То ли это сливают, да, сливают что-то в воду, то ли это какая-то тут ферма расположена по всему вот этому городку, потому что вчера мы ездили на аттракционы, фламинго смотреть. Тут, оказывается, фламинго живут на Лимане, выращивают своих маленьких фламингат, ну, маленьких птенцов, в общем. И там тоже пахло, прям очень сильно воняло. Вот такие вот дела. Для нас пока это тайна и загадка, то ли это из моря так пахло. Могу вам показать, какие есть лодочки. Я вот на эту лодочку любуюсь. Посмотрите, какая маленькая, маленькая, 50 метров большая. На ней вон кухонка, кранчик, стол, диван. Видите, раскладывается туда, можно передвинуть спинку назад. И маленькая передняя каютка. Штурвал. Вот такая мне очень нравится. Я бы даже себе в Москву такую бы заимела бы когда-нибудь. Но тоже ее нужно использовать в качестве бизнеса, не просто так на ней кататься. То есть не вижу смысла покупать яхту и кататься, например, только кататься. Вот могу со всех сторон показать. Мне очень понравилась прям модель. Модель, кстати, чтобы подзапомнить, Four Winds. Интересно, не встречал такой раньше. Ну, в общем, тут разные есть вот такие огромные, но мне такие большие не нужны. А вот это, вот эти вот диваны мне так понравились. Смотрите, как обшиты очень интересные ткани. Это и не кожа, и похоже на кожу, то есть кожезаменитель, но необычный. Он с какой-то такой светящейся крошкой, которая водоотталкивающая, на солнце не выгорает. Вот видно это невооруженным глазом. Вот здесь вот
немцы живут. Интересные. Яхточка у них, получается, передняя каюта и кокпит еще одна каюта. Ну, в общем, мы вот здесь тоже живем.